здравствуйте! Сегодня я расскажу вам о прекрасном растении улиц – вереск. Семейство вересковых, оно нам нравится с глубокой осени по раннюю весну, так как оно в это время цветет. Семейство вересковых любит кислую почву, также любит подкормку кислую. То есть мы берем удобрение для азалий и подкармливаем с весны и по осень активно, каждых 10 дней. И таким образом даем силу этому кусту. Это растение практически ничем не повреждается, единственное, боится переувлажнения. То есть полив должен быть обильный в течение всего сезона, но не чрезмерный. И если вы видите, что низинная зона, немножко приподнимаете, даете ему как бы поребрик, чтобы он на возвышенности был. Все остальное в его руках. Весной, когда растение уже приживется, в апреле месяце можно прикапывать вот эту поросль, которая даст нам молодые растения. Либо же весной мы срезаем где-то на 10 сантиметров такие череночки делаем, убираем на 5 сантиметров поросль и сажаем мокрый песок или торф. При пересадке вереска необходимо учесть такие условия. На вот такой маленький вазон нужно 2 ведра торфа кислого, низинного или верхового, ну, желательно верховой, и хвоя. То есть настил хвои перемешиваем с торфом, делаем ямку такую, чтобы 2 ведра субстрата вместилось. И сажаем вот это растение. Сегодня я вас познакомила с таким растением, как вереск. Думаю, вам было полезно узнать о таком прекрасном растении и о его пересадке правильной. Всего доброго!